задача наша сохранить память о погибших наших боевых товарищах. Мы не разрываем себя с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и при выполнении боевых задач при нашей повседневной деятельности. Здесь можно увидеть лица людей, кто не вернулся из горячих точек. Вообще уникальность, наверное, этого панно, этого монумента в том, что здесь можно, наверное, впервые взглянуть в глаза, увидеть лица тех людей, которые защищали нас. Использовалось огромное количество архивных материалов, собранных и ветеранской организацией нашей, и энтузиастами, и историками.